Международный день кошек для Брестского областного краеведческого музея за годы проведения стал уже мероприятием традиционным. Каждый год большое количество брестчан приходит в учреждение, чтобы стать полноправным участником этого интересного праздника. А это наглядное подтверждение тому, что в Бресте армия любителей этих пушистых четвероногих действительно большая. Тысячелетиями коты живут возле людей. Наверное, еще во времена египетских фараонов это было священное животное, которое было возле человека. Но до сегодняшнего дня люди так и не разгадали вот эти создания. Большое количество интересных кошачьих фактов вобрал в себя тематический вечер «Влюбленные коты». Пока одни гости музея принимали активное участие в конкурсной программе, отгадывая ребусы и загадки, выполняя различные задания, другие знакомились с работой выставки. Статуэтки из глины, плюшевые игрушки, вышивки, художественные и фотоработы удачно расположились в небольшом, но очень уютном зале. Но и на этом замыслы организаторов не закончились. В этот тематический вечер была внесена и благотворительная составляющая. Каждый гость мог оставить представителям общественных объединений корма и средства для ухода за бездомными четвероногими. Замечательная акция, которая из года в год, во-первых, она уже стала традиционной, объединяет усилия многих волонтеров и те общественные объединения, которые в нашем городе осуществляют зоозащитную деятельность. Мало таких людей, которые могут взять себе домой котика или собачку. Нам, как волонтерам, очень жалко таких животных, и мы бы хотели какую-то помощь даже от себя лично оказать. Март приходит к нам вместе с котами, ведь не случайно именно их день выпал на начало весны. Кстати, тем, кто не смог отпраздновать международную дату непосредственно 1 марта, не стоит расстраиваться. Организовать свой кошачий день можно в удобное для вас время, посетив выставку «Влюбленные коты», которая будет экспонироваться в стенах областного краеведческого музея до 27 марта.